Новини прийомлення на телеканалі «Білорусь 4 Гродно». У студії Ольга Пілянчук. Вітаю вас і глядіть сьогодні у випуску. Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич оцінив реалізацію ключових проєктів енергетика у Грузинщини. Управління культури обласного виконавчого комітету по виниках 2021 року признано лепшим у республіці. У рамках Года історичної пам'яті Гродінської гімназії номер 6 присвоєне ім'я Фелікса Дзержинського. Охопіць усіх спажыўцоў енергіі беларускіх рэгіёнаў электроннымі прыборамі ў ліку плануецца да канца 2023 года. Такую задачу ставіць Міністэрства энергетыкі краіны. Са шляхамі выканання задачы на прыкладзе Гродзеншчыны пазнаёміўся кіраўнік міністэрства Віктор Каранкевіч у рамках рабочай паездкі ў Прынёмані. Візіт пачаўся з наведвання аднаго з філіялаў прадпрыемства «Гродная энерга». Паводле ацэнкі міністра, Гродзеншчына ў лідарах па распрацоўцы і ўкараненні перадавых тэхналогій, накіраваных на аптымізацыю энерга- і цепласпажывання. У тым ліку ў вырашэнні задачы па ахопе спажыўцоў энергіі рэгіёна электроннымі прыборамі ў ліку. Гэта першы этап ўкаранення аўтаматызаванай сістэмы кантролю і ў ліку. У яго рамках ідзе работа па забеспячэнні спажыўцоў разумнымі лічыльнікамі, вырабам якіх займаюцца ў дадзеным філіяле «Гродная энерга». Знаёмства з вытворчым працэсам прайшло з удзелам старшыні аблвыканкама Уладзіміра Караніка. Як было даведзена, зараз ахоп спажыўцоў індывідуальнымі прыборамі ў ліку складае больш за 70%. У планах за два гады дасягнуць 100%. Охват уже потребителей довольно-таки высокий. Задача в 2023 году всех потребителей оснастить, это как и юридических лиц, так и бытовых абонентов, электронными приборами учета, а к 2025 году перейти уже на возможность интегрирования всех этих приборов учета в единую систему. И ОСГО, и передачи данных в систему ЕРИП, чтобы потребителю было удобно не только оплачивать там, через удаленный доступ потребляемой электрической энергии, но и без съема самостоятельного показания этих приборов получить достоверную информацию, сколько он за расчетный период потребил. Все понимают, что электричество – это благо, а за благо надо платить. И в этом плане я очень горд потребителями Гродненской области, что по результатам 2021 года был обеспечен более чем 100% уровень оплаты за потребленную электроэнергию. Понятно, что есть еще над чем работать, понятно, что есть еще какие-то проблемы. Но вот внедрение современных цифровых технологий позволит реагировать более оперативно, более точечно. Як прагучала, у 2023 годзе ў рэгіёне плануецца рэалізаваць яшчэ адзін ключавы праект, звязаны з распрацоўкай аўтаматызаванай сістэмы кіравання вонкавым асвятленнем у населеных пунктах сельскай мясцовасці. Яе ўкараненне дазволіць спажыўцам значна паменшыць выдаткі на вулічнае асвятленне дзякуючы дыстанцыйнаму кіраванню і праграмаванню часовых інтэрвалаў. Внедрение автоматизированной системы освещения позволяет обеспечить дистанционное получение или сбор информации, сколько непосредственно для этих целей потреблено электрической энергии. Второе – обеспечить дистанционное включение и отключение этих линий электропередач, а также программирование в временном режиме. Работа идет и установки новых светильников, светодиодных светильников, которые позволяли бы при меньшем объеме потребления электрической энергии обеспечить больше охват освещения в сельских населенных пунктах. Управление культуры Гродинского областного выконавчего комитета по выниках 2021 года признано лепшим у республики. Выники работы Галины, задачи на год бягучие, а так само будущий конституционный референдум стали темами диалоговой пляцовки у Гродни. Мероприемство прошло с уделом первого наместника министра культуры Беларуси Валерия Громады. Дзякуючы творчым ідэям і намаганням артыстаў, музыкантаў, акцёраў, бібліятэкараў і музейшчыкаў, 2021 год для культурнай галіны Прынёмання прайшоў са шматлікімі праектамі, канцэртамі, спектаклямі, праграмамі рэгіянальнага і рэспубліканскага ўзроўню. Прызнанне абласнога ўпраўлення культуры, якое аб'ядноўвае звыш 7 тысяч чалавек, лепшым у краіне, цалкам заслужанае. З такіх словаў пачаў дыялоговую пляцоўку з удзелам кіраўнікоў установаў культуры першы намеснік міністра культуры Валеры Грамада.
В Гродненской области можно отметить, что достигнуто ряд значительных успехов. Это и то, что касается концертных организаций, культурно-зрелищных мероприятий. Есть вопросы, допустим, по вовлечению в культурный оборот неиспользуемых объектов, но эта проблема характерна не только Гродненской области, но и ряд других вопросов, которые нам предстоит решать в 2022 году. У Смаргонском районе перекулился микроавтобус, загинула пассажирка. Серьезная авария со смертными наступствами зарегистрирована на трассе М7. Как подкреслили у Державтоинспекции, микроавтобус не был задействован у регулярных перевозках пассажиров. Поводле попередней информации, 27-годовый водитель микроавтобуса «Мерседес» не уличил дорожные обставины и умовы надворья, что привело до заносу. Транспортный сродок вылетел у кювет и перекулился. У вынику аварии потерпели две женщины. Их доставили в больницу. Не глядячи на намагание врачов от отриманных травм, померла 37-годовая жихарка Минска. Другая пассажирка смещена у травматологичное отделение. Водитель и еще один пассажир не потерпели. На пожары у Новогродку супрацовники МНС выратовали двух братов 1980-го и 1979-го годов нараджения. В службе 101 об узгаранні у кватэры 5-паверховага дома по улице Юбилейная поведомила суседка. У задымленным коридоры пожарные знайшли мужчину у непритомном стане и вынесли на свежее поветра. Тем часом у одним из покоев бойцы шукали иншего мужчину, якого так само вынесли на улицу, где передали медикам. Бригада худкой допомоги констатовала. Молодший брат отримал опеки дыхальных шляхов и 47% тела. У старейшего диагностовано отручение продуктами горения. Потерпелые шпитализованы у тяжким стане. Попередня узгорание отбылось за неосторожного курения. Замежник с криминальным минулым по несоправдным пашпорте спробовал пересекчи державную мяжу. Такие факты зарегистрованы пограничниками у пункте пропуску Бераставица. Мужчина накировался с Польши в Беларусь. Ён ехаў с пашпартам, бланк якога лічыўся выкрадзеным. Падчас разбіральніцтва гродзенскія пагранічнікі ўстанавілі, што замежнік раней пражываў у Беларусі, аднак быў дэпартаваны з краіны з-за дачынення да арганізацыі нелегальнай міграцыі. За спробу парушэння дзяржаўнай мяжы у адносінах да затрыманага пачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф да 100 базавых велічынь і дэпартацыя. Зараз парушальнік знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання гродзенскай пагрангрупы. 27 лютого беларусы прыйдуць на участкі, каб аддаць свае галасы на референдуме за будучыню краіны. Каб расказаць аб мерапрыемстве рэспубліканскага маштабу, законадаўчых навелах, растлумачыць змяненні і дапаўненні, з працоўным калектывам аднаго з гродзенскіх буйных прадпрыемстваў сустрэлася дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Ірына Луканская. Як нагадала дэпутат, асноўны закон краіны выведзены на ўзровень агульнанацыянальнага дыялогу і ключавы пасад. Сыл гэтага працэсу гучыць так грамадзянін заканадаўца. Навацыя ў Канстытуцыі – тэма, якая хвалюе кожнага. Увогуле, асноўны закон Рэспублікі Беларусь дапаўняецца 11 артыкуламі. Ірына Луканская падкрэсліла, што шмат увагі надаецца сацыяльнай сферы. Да прыкладу, узмацняюцца пазіцыі па пытаннях моладзевай палітыкі, гаранты сем'яў, а таксама аховы здароўя. Охрана здоровья – это дорога с двухсторонним движением. Государство заботится о здоровье. Бесплатная, доступная медицинская помощь. Но в Конституцию изначально в проект было заложено, что каждый гражданин Республики Беларусь обязан принимать меры по сохранению здоровья. Это вызвало определенное сомнение у граждан нашей страны. А не будет ли им отказано в бесплатной помощи? Мы услышали эти сомнения и, обсудив все предложения, которые поступили вот буквально за месяц, до 20 января, эта позиция была несколько, скажем так, изменена. И теперь в проект Конституции вошла такая позиция, как граждане Республики Беларусь заботятся о состоянии собственного здоровья. Акрамя абмеркавання праекта Канстытуцыі, удзельнікі сустрэчы агучылі свае дапаўнення, таксама прапанавалі канкрэтныя крокі па вырашэнні пэўных праблем, у тым ліку агульнарэспубліканскага маштабу. Так і была падкрэслена высокая ўцягнутасць дадзенага прадпрыемства ў дапамогу установам аховы здароўя падчас пандэміі COVID-19.
мы сегодня на предприятии встречаемся, особое предприятие, да, оно очень знаковое, оно экспортоориентированное, оно приносит серьезный вклад в казну нашей страны. Большая помощь этого предприятия и учреждениям здравоохранения. Это и УЗИ-оборудование, это и 37 медицинских машин. От одного предприятия, насколько облегчился труд медицинский, да, труд врача, труд медсестры. Это и кислородные генераторы, это и помощь с средствами индивидуальной защиты. У республіцы абмеркаванне новага праекта Канстытуцыі выходзіць на фінішную прамую. У Гродзенскім універсітэце імя Янкі Купалы да дыялогу актыўна падключыліся студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі ВНУ. У чарговай сустрэчы па актуальнай тэматыцы запрошаным спікерам выступіў палітолог, старшыня праўлення Беларускага таварыства веды Вадзім Гігін. Таціна Грышук раскажа. По словах ректора Купаловского, встречи со знаковыми особами краины вельми важные для студентов, ценятся молодью и выкликают цікавость. Слоган широкого громадского обмеркования подеи, якая мая отбыться, «Конституция у будучыню разом». У этой сувязи у кожного повинна быть махчимость отрымать экспертную оценку по пытаниях, якія допомогут зарабить молодым свядомы выбор на референдуме. Тема, которую мы обсуждаем, тема уже не изменений в Конституцию. Все, кто хотел внести изменения, имели такую возможность. Теперь проект Конституции принят. Стоит вопрос о том, что мы должны прийти на референдум и проголосовать за эти изменения. Ну и, наверное, лейтмотивом сегодняшней встречи должен стать вопрос или ответ на вопрос, почему я должен прийти на референдум и проголосовать за изменения в Конституцию. На черговой диалоговой пляцовце Купаловского запрошенным спикером выступил Вадим Гігін. Як подкреслил гость, такие встречи дают возможность узнать важные вопросы, с которыми сутыкнулась Беларусь. Эксперт першопочатково задал тон гутарцы несколькими тезисами. Главный из них – важно обмерковывать новый проект Конституции у студентским осяроди, бо менавіта молодые будуют лепшую будучыню нашей краины. Роль молодежи она принципиальна, хотя здесь важны все категории граждан, однако, посмотрите, вот в Конституции мы говорим, что это Конституция будущего, то есть вместе в будущее. И здесь позиция молодых людей очень важна. Мы наблюдаем высокий уровень гражданской мобилизации, патриотических сил наших, и там тоже молодые люди играют большую роль. Это как наши организации, Белорусский республиканский союз молодежи, профсоюзные организации. Но и сами молодые люди, как мне кажется, вот на данном этапе, они понимают, что от их решения зависит очень много. Ведь и в Конституции впервые прописана целая фактически статья, посвященная правам молодых людей, их всестороннему развитию. Заложен фундамент идеологического нашего воспитания. И очень важно, чтобы у нас не возникал разрыв поколений между нами чуть более старшего возраста и молодыми людьми. Такой разрыв почти в каждом обществе существует. Вопрос в другом. Сможем ли мы найти общий язык с новым поколением? И я уверен, что обсуждение Конституции, вот та дискуссионная форма, в которой это проходит, дает хорошую основу для нахождения такого языка и вот этого межпоколенческого диалога. Вот вы знаете, что удивило и приятно удивило, практически идентичные подходы во всех регионах. Вот когда мы проводили акцию еще в прошлом году, накануне 17 сентября «Беларусь едины», мы видели отличия. Где-то больше внимания предпринимательству, где-то молодежной тематике. Политические, экономические вопросы отличались. Вот когда мы обсуждаем Конституцию, например, те статьи, которые вызывали вопросы, ну там известно, наши власти пошли навстречу гражданам, 45-я статья, известная по здоровью, где гражданин несет ответственность, немножко поменяли формулировку, вот эта статья везде обсуждалась. Либо, например, у нас возникло целое движение граждан, которые не совсем понимали, вот зачем нам ограничивать власть президента в новом проекте Конституции. И подобные вопросы были идентичны. Это на самом деле говорит о том, что у нас единая страна и общие подходы. Есть общее понимание даже тех проблем, которые нужно дополнительно объяснять. И когда мы доносили до Конституционной комиссии, до президента вот эти вот вопросы, которые возникают, вы знаете, это не было ощущение, что мы что-то не доделали, поэтому люди не понимают. Это было ощущение общественной заинтересованности. И здесь не играло большой роли, где это в Минске, в Хотинске, в Гродно, в Барановичах, в Полоцке или Мстиславле. Вот этот интерес и общественный запрос, он везде примерно одинаков.
Мы понимаем, что нам еще очень много предстоит сделать. Вот та задача, которую обозначали в прошлом году, шить социум, она для нас остается актуальной. Но то, что даже те, кто так или иначе в 2020 году был задействован там, в протестах, проявляют интерес к этой конституции, приходят на эти встречи, задают вопросы, обращаются к нам, пишут, приносят какие-то свои предложения, это говорит, что обсуждение конституции действительно стало важным знаковым процессом, который объединяет нацию. Протягнулася сустрэча адкрытым дыялогам, падчас якога студэнты задавалі актуальныя для іх пытанні і разважалі разам са спікерам на розныя тэмы. Моладзь цікавіла рэлігія, гістарычная спадчына, інстытут сям'і, прэзідэнцкія тэрміны, органы мясцовага самакіравання і не толькі. Мне как студенту, как представителю молодежи, конечно же, хочется услышать о тех направлениях развития вот, молодежных инициатив, вообще молодежного движения в Республике Беларусь. Что ждет нас? Все-таки, согласно новой статье, которая уже вот появилась там, что молодежь ждет всякое содействие, то есть в плане физическое, духовное и так далее и тому подобное. Мы уверены, что все-таки нас услышат. І нам будуть допомагати. Дарэчы, гэта як і папярэднія сустрэчы ва ўніверсітэце імя Янкі Купалы праходзілі цягам экзаменацыйнай сесіі. Цяпер жа з аднаўленнем вучэбнага працэсу дыялогавыя пляцоўкі са студэнцкім актывам, выкладчыкамі і супрацоўнікамі ВНУ, да ўдзелу ў якіх запрашаюцца эксперты рознага ўзроўня, будуць праходзіць часцей і больш маштабна. Открытие сучасного симуляционного центра запланировано Грузинским державным медицинским университетом на 2022 год. Это частка планомерной работы по развитию инновационной и практикоориентованной высшей эдукации в регионе. В соответствии с этим еще в 2013 была открыта лаборатория практического навучання. Появление новых информационных технологий и телекоммуникационных сеток дало возможность запланировать новую эдукационную простору. У сучасным симуляционным центре есть все необходимое для навучання студентов медицинской ВНУ. Тренажеры позволяют створать разностайные ситуации, которые максимально наближены до реальных и цалком отповедают профессийным потребованиям адукационных технологий. Шматразовое повторение манипуляций обеспечивает выпрацовку потребных умений и навыков профессийных деяний, дає возможность объективной оценки выполнения задачи, фиксации и анализу деяний студентов и сведения до минимума максимальных помылок. Симуляционный центр Гродинского медицинского университета уже працует в тестовом режиме. Его официальное открытие запланировано на осень 2022 года. В 2021 году мы открыли уже симуляционно-аттестационный центр и сформировали новую базу расположения вот, более современных технологий в этом обучении. Поэтому он готов, мы завершаем поставку оборудования и предполагаем где-то к новому учебному году сделать такое серьезное открытие этого центра, но уже, так сказать, совершенно на другом уровне. По данным Министерства охраны здоровья, за сутки в республике зарегистрованы 8611 пациентов с COVID-19, выписаны 1444. С початку пандемии на территории страны зарегистрировано 814262 человека со становчим тестом на коронавирус. Усяго вылечилось 800239 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. За период распаусюживания инфекции померло 6221 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. За минулые сутки выполнено амаль 33 тысячи тестов. Усяго в Беларуси проведено свыше 12 миллионов тестов. Усе новые факты массовых расстрелов мирных жыхароў у годы Великой Чайной войны выявляются в регионе. Гаворка зараз идет про Гродинский район, жыхары якога подтвердили звестки об месте расстрелу. Пошук ранее неведомых фактов расправы над невинными ахвярами ведется в рамках криминальной справы, якую летась почала Генеральная прокуратура Беларуси. У год гістарычнай памяці, якім абвешчаны 2022, актывізавалася праца Гродзенскага абласнога савета ветэранаў па расследаванні фактаў расстрэлу салдат і мірных жыхароў у часы вайны. Яшчэ летась арганізацыя ўключылася ў работу па выяўленні раней невядомых месцаў расправы над ваеннапалоннымі і жыхарамі ў ваколіцах абласнога цэнтра. На подставе собранных архивных данных и успоминов видовочцев была створена специальная карта. На ее нанесено каля 20 мест у массовых расстрелов у Гродне и Новоколи.
Нами была подготовлена справка о преступлениях немецко-фашистских оккупантов на территории города Гродно и его окрестностей, а также составлена карта с обозначением всех мест массовых захоронений советских граждан, военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами, мест содержания узников, схваченных антифашистов, подпольщиков, мирных советских граждан, заложников. В том числе были обнаружены и неизвестные ранее массовые захоронения, и сведения об этом переданы в прокуратуру. Апроч того, ветеранские организации региона на постоянной основе ведут пошук сведков военных подей. Дякуючи отриманной информации, выкрываются новые, ранее неведомые места расправ карников на территории Гродинщины. Нами был найден свидетель, который рассказал о том, как фашисты издевались над военнопленными на территории шталага номер 324 на территории нынешнего военного городка микрорайона Фолюш. Также свидетель, который рассказал о том, что на территории форта возле нового микрорайона Грандич, это бывший хутор Лапенки, недалеко от которого находился земляной форт, там уничтожались узники гетто. Акрамя того, были знойдены еще три сведки, которые подтвердили звездки об месте расстрелу каля форта номер 12, который уваходил у склад Гродинской крепости и местился неподалеку хутора Лапенки. Как поделились у ветеранской организации, выявлены и факт расстрелу мирных жихаров Гродно поблизу вёски Гневянщина на территории форта номер 5. Проверкой усіх собранных материалов займается прокуратура. Присвоение школам, навучальным установам, принимание именов героев и славутых особ. Такая работа, предугледженная в рамках года захования исторической памяти, все лето планомерно проводится в регионе. Як след на еще одну эдукационную установу с гоноровым статусом в области стало больше. Гродинская гимназия номер 6 теперь будет носить имя ведомого революционера и политического деятеля Феликса Дзержинского. Присвоение нашей гимназии имени Феликса Эдмундовича Дзержинского зародилось еще в 1983 году. У первого директора, тогда еще 25-й школы, которая сейчас является нашей 6-й гимназией, Стрельникова Владимира Петровича. В далеком вот этом 1983 году Владимир Петрович обратился ко всему ученическому педагогическому коллективу с идеей собирать материалы о Феликсе Эдмундовиче с учетом того, что школа была построена на улице Дзержинского. Ну и как бы само собой подразумевалось вот это обстоятельство, необходимо было знать историю родного города, историю улицы создания и жизнедеятельность человека, именем которого эта улица названа. С 1985 года у дворы тады школы з'явился бюст Железному Феликсу, были знойдены контакты с нашчадками революционера. Тому присвоение Гродинской гимназии номер 6 имя Дзержинского з'являється закономерным и символичным. Больше того, это этап великой патриотичной акции, якая сёлета проводится в регионе. Ряд школ региона получил имена знаменитых земляков. Например, 26-я школа города Гродно. Ей присвоено имя Александра Николаевича Сивачева, командира погранзаставы номер 1, который в июне 1941 года командовал героической защитой границы Республики Беларусь. В работе находится подготовка присвоения 6-й и 9-й школам города Лиды имени героев-летчиков, которым посмертно присвоено звание Героя Республики Беларусь, Андрея Нечипорчика и Никиты Куконенко. Претендовать на право носить имена героев и славутых земляков в рамках обещанного конкурса могут школы, гимназии и лицеи усёй в области. Канчатковые решения по этим питанням будут приняты мясцовыми органами улады летом бягущего года. Присвоение гоноровых имен установам эдукации запланировано на 17 вересня, у День народного единства. Урочистая церемония пройдет у памятном месте для кургана славы у Гродне. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго.
суботу, 12 лютого, у Гродні чакається перемінна облачність без істотних опадків. Раніцей слупок термометра покаже каля 3 градусів морозу, днем до плюс 3, а вечером до мінус 1 градуса. Вітер заходній 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного слупка. Вільготність повітря каля 90% раніцей, 52% днем і 64% вечером. З уліком усіх метеорологічних даних, відчуваємо температура повітря на протягу дня буде вагатися від 7 до 1 градуса морозу. У районних центрах 12 лютого надвор'я буде наступним. У Великой Берестовице, Свислочи, Волковыску и Слонями каля 3 градусов морозу раницей до плюс 3 днем и до минус 2 вечером. Переменная облачность, махчимый невеликий снег. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Зельве каля 2 градусов морозу раницей вечером и до плюс 3 днем. Пераменная облачность без опадков. Ветер заходний, его хуткость 4-6 метров за секунду. У мостах каля 3 градусов морозу раницей, до плюс 3 днем и до минус 1 вечером. Пераменная облачность без опадков. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Шчучине, Лиде, Иуи и Дятлове каля 3 градусов морозу прогнозуется раницей, до плюс 2 будет днем и до минус 2 вечером. Пераменная облачность, магчимый невеликий снег, ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Воронове каля 4 градусов морозу раницей, до плюс 1 днем и до минус 3 вечером. Пераменная облачность без опадков. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Астраўцы, Ашмянах и Смаргоні каля 4 градусов морозу раницей, до 0 днем и до минус 3 вечером. Пераменная облачность без опадков. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Карелічах синоптики обещают каля 2 градусов морозу раницей вечером и до плюс 1 днем. Пераменная облачность без опадков. Ветер заходний 4-6 метров за секунду. У Новогрудку термометры покажут каля 4 градусов морозу раницей вечером и до минус 1 днем. Пераменная облачность, махчимый невеликий снег, ветер заходний 4-6 метров за секунду. Геомагнитная ситуация в субботу 12 лютого будет довольно сприяльной. Солнечная активность не перевысит узровню невеликих геомагнитных хваляваний. Узыход Солнца у 8 годин 50 хвилин, заход у 18.28. Светловый день у поравнанні с пятницей повялічыцца на 4 хвилины и складе 9 годин 38 хвилин. По месяцовым календары молоды месяц, а докладней 12 лютого у 12 годин 2 хвилины почнется 13 день месяцового циклу. Суббота будет сприяльная для адасабления, самоанализа, оценки зробленного и будовництва планов на будущую. Житевые силы послаблены, тому лепш позбягать нагрузок и не починать новых, особливо рызыкоўных справ. Праца в гэты день будет малоэффективной, лепш провести час за доброй книгой. У суботу 12 лютого по народным календары три святители. У некоторых мясцовостях прысвяток назывался Василя да Рыгора. У гэты день церковный православный календар вспоминает трех святых – Василя Великого, Рыгора Богослова и Иоанна Златоуста. У гэты день жанчыны не выконвали тяжкую хатнюю работу, а мужчынам, наадварот, дозволялись некоторые працы каля хаты. Акрамя того, на 12 лютого припадают стрэчанскія дзяды. Яны адзначаюцца ў пятніцу напярэдадні грамніц, або інакш стрэчання. Адсюль назва. На стрэчанскія дзяды ўспаміналі продкаў і абавязкова ставілі на стол дадатковую талерку. Па праваслаўным календары 12 лютага імяніны ў Васіля, Рыгора, Івана, Максіма, Пятра і Фёдара. У каталікоў дзень анёла адзначаць Антон, Ева, Ян, Якуб, Марына, Мікалай і Павел.